Так, ребята, всем здорово. Играем на вокере. Экзорт вокере. Как всегда. Так. Имеются некоторые просадки. Но это, надеюсь, временно. Вот так вот сделаем. Все хорошо будет. Так. Ну, мид паджик. Там 50 на 50, на самом деле. 50 на 50. В зависимости от того, какой там паджик. Так, ну стики нам нахуй не нужны, правильно? Да, стрела. Ставлю мопс. Оп. А, это саб патч. А мид тогда кто? Грим. Кто мид тогда? Это что? Понятно. Maybe вообще кентавр мид, я не знаю. Рики. And your teammates, technically, but Greg coming in? No, this day will be remembered by the side of my fury. Вот хоть убейте, не понимаю. Кентавр. Весело. Да, самое вот неприятное то, что у него тычка ёбнутая, по-моему, да? Тычка у него неприятная. Ебать их тут опять, блядь, да что это такое, блядь? Давай, друг. Ты не можешь дальше ебать, нет? Отлично. Так, ну я понимаю, он там под пивом на Аксе играет. Бля, ебать, отстань. Бля, ну он очень много фармить будет, мне не нравится. И колечко на реген подъехало, да? Бля, мужик, я понимаю, что у тебя тычка ёбнутая там вся хуйня. Ты же пассивку прокачал, да? Нормально. Главное экзорт 2 взять. Все будет четко. Ебать, как же форжик охуело. Отъебись. Да, но я не могу даже бить его. Блин, это очень хуево закончится. Сам себе ебало, просто сломаю. Так, ладно, можно линию зарякать будет. Вот так вот. Этого реагрим. Сука. Ну, кстати, я нормально его пробиваю. Пока что у него ВГшника нету. Пока что у него ВГшника нет, он нормально пизды получает. Мог ёбнуть его, на самом деле, мог. Но проебался. Здорово. Молния, молния, молния. А можно крутиться? Спасибо, крутись. Вы. Ревил.
хотя бы не знал. Потом спасибо. Ну, Мидас будет хороший тайминг, на самом деле. Если так подумать. Сюда мы опс ведем. А, ВГшник купился. Тишка не нахуй. Да, это без толку вообще. Просто сам себя бью, можно сказать. Надо было его ебашить, потому что у меня не было ВГшника. Я просто не знаю, как против Кентавра мид стоять. Даже не представляю. Отлично. Старки там даблкил делает. Это хорошо. Это значит, бля, вот он в крипа еще встает. Это противная хуйня. Блять, серьезно? А вот тавар что-то пить его будет. Давай гуляй, дядя, наберешь. Блять, еще в крипу не могу попасть. Не, это приятно. Это пиздец приятно. Я не думал, что он так надей будет. Так, водичка. Подъем. Бля, вот сейчас он возьмет 600 и пойдет просто в меня рейд-клик нажмет. Это будет очень неприятно. Ну, вообще руны не собирал. Ну, может, с первой. Первые руны залутал. А остальные не стал. Не убью его. О, ну он без ульты. Это круто. Давай, крипочек, иди ко мне. Он думал то, что он вообще непробиваемый на кентавре. Ну что еще мог думать? Он БМ хочет купить. Какой же ты противный. А медовый кент, а привет. Совахуй. Давай, пойдем. Так, окей. Ну, бля, он сам себя на самом деле этим скиллом убивает. Понятно, зачем он его жмет. Отлично. Пацаны там ребут. Да, на Медасе все охуенно будет. Быстро у нас будет. Может, пусть Форджик ему по минус арморит немножечко. Бля, под минус армором он нормально, у него бучка сыпется. Все, Медас летит, охуенно. Что там, сапог купил? Ну нет, это без сапога, дружище, давай ты тоже продашь его. У Пашки все хуево вроде. Аркейн. Аркейн вроде как поебать. Не буду пока форжить, спавнить. Сейчас 8 получу. Можно его будет ебнуть, на самом деле. На самом деле его можно будет ебнуть. Ну да, у него довольно много, но это плохо. Может быть, получится. Если он сейчас на скане не попадется, я ебну его. Так, какой шанс того, что он сейчас энчантов хуярит? Наверное, небольшой, да? Да. Ну, ладно. Ничего страшного. Так. Вот, он вообще хуярится.
Вдруг ты вообще лес не хочет пойти похвериться? Ну, по сути, вот так сейчас идет, правильно? А, ты закачал даже. Бля, это пиздец. Сколько я же маны проебал на эти санстрайки. Да хуя. Бля, вот очень хочется. Но я не убью его уже, 50. Бля, вот мне не нравится то, что Пашка в топе качается. Спокойно стоит, чисто. Бля, я еще экзорт прокачал случайно. Отлично. Так. Так вот. Так, так. Можно дагер попробовать взять. Пока похуярят тауэр. Так и должно быть. Ага. Метеор. Снэп. Бласт. Пук спиздил. Сильно. Бля, не хватает. Ебать! Чуть сам себя не ебнул. Просто тавер доломаем туда. Бля, ну хорошо, что не отнял. Да, не даст похуй у тебя. Бля, а даже маны не спистил, пиздец. Вообще ни на что нету. Даже на санстрайке. Че, по воде пойдем? Тут такого? Да, чего? Нечего? Просто нечего. Да, ну там на пашке почти БКБшки разбило. Много точка, конечно. О, садись. Напрыгать. Сюда, на. Вау. Хуя нам. У меня все в КД. Я просто даже вас засейвить не смогу. Я хочу просто катаклизм красивый дать. Что значит твой танц? Я обзываю. Что себе, блядь, не обзывает? Не обзывай, это как выйдет. Да, нет, пожалуйста, обратно. Он меня обзывает. Господи, тебе не все равно. У тебя игра уже закончена. Чмоки-чмоки, ёпта. Давай, всё поймаю этих махов. Не хочу, не хочу, не хочу в него слова. Давай, Накси. Сможешь, брат, я верю в тебя. Сука. Пашку, Пашку чисто все мне ебашь. Что? Куда он уходит? Ой,
Чипотя насыпался. Че, все, всем спасибо за просмотр, удачи и пока.